В Маргаушском районе полицейские задержали мужчину, занимавшегося вымогательством. К служителям порядка обратилась жительница района, которая заявила о пропаже домашнего животного. В ходе разбирательства оперативникам удалось установить, как произошла кража. Оказалось, что у сына, позвонившей сельчанке, вымогали 50 тысяч рублей. Подъехав к дому 29-летнего мужчину в компании молодых людей, подозреваемый нанес хозяину побои и в качестве залога похитил барана. Как сообщили в отделе МВД по Маргаушскому району, в отношении 37-летнего новочебоксарца возбуждено уголовное дело за вымогательство с применением насилия. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, мужчина может быть осужден на лишение свободы на срок до 7 лет.